Привет всем! Сегодня вы еще раз увидите самую лучшую, самую простую стратегию. Итак, погнали, я заключаю сделку на понижение. Что мы здесь видим? Мы здесь видим похожие ситуации. Скачок, торможение, скачок, отскок, торможение, отскок. Вот и все. Я увидел четвертую такую ситуацию и захожу на понижение. И вы видите, что все это работает. Плюс здесь шикарный уровень сопротивления. Вот уровень поддержки у нас, но он здесь нам не так важен. Вот, смотрите, какой шикарный уровень сопротивления. Еще раз, я увидел, что ситуация повторяется, что после резкого скачка вверх идет торможение и опять идет скачок, то есть двойной скачок. И всегда во всех ситуациях после этого двойного скачка цена идет вниз. Вот и все. Происходит отскок и цена идет вниз. Видите, от уровня поддержки здесь торговать опасно, потому что вот здесь такой вот хаотичный. А от уровня сопротивления от пика вниз все заходит на отлично. Итак, сделка закрывается в плюс, переходим к следующей ситуации. Следующая ситуация. Шикарный уровень сопротивления. Я заключаю сделку на понижение на 1 минуту, потому что здесь минуты достаточно, но здесь у нас идет затухание, видите, цена не хочет идти дальше. И я добиваю 2 догонами на 2 минуты по 20 тысяч на понижение. Опять же, ситуация. Цена подошла к уровню, притормозила, дальше идти не хочет. Начинается разворот, и я заключаю сделки на понижение. Это третья такая ситуация. Смотрите, вот были две предыдущие ситуации. Цена подходит к уровню, резкий обвал. Вторая ситуация, цена подходит к уровню, резкий обвал. И вот третья ситуация, и я захожу на понижение. Вот и все. Все самое простое работает. За все года я это понял. А трейдеры другие говорят, вот на ютубе смотрю, Тарас вообще не трейдер, Тарас худший трейдер. Разве это анализ? Он анализирует на зонном графике. У меня есть то, чего нет у них. У меня есть результат. Я показываю результат, я показываю историю сделок. Вы можете всю мою историю проверить. У них результата нету. Они красиво все показывают, красиво все рассказывают. Да, у них классный технический анализ. Но на деле они никто. Люди убегают из закрытых групп и приходят ко мне и рассказывают: блин, там такой бред, там одни минусы. А он говорит, что у них там 10 плюсов или 15 плюсов и 2 минуса. У меня есть результат. Вы видите, что все это работает. Что еще нужно? Проверяйте все это, смотрите. В этом видео я вам еще покажу историю неудачных сделок. Люди говорят, почему ты не показываешь неудачные сделки? Вот покажу. Я, кстати, покажу вам, как я торговал по сигналам и попал в неудачный день. Просто не всегда получается этот день записать. Так, смотрите, это ситуация. Отработала на ура. И здесь сделки закрываются в плюс. Я показываю вывод средств. Я все вам показываю. Почему никто не может показать, если они такие крутые ребята? Почему? Потому что они непонятно сколько, наверное, пополняют счет. И они это не хотят показывать. И они показывают, какие они крутые, как они все классно анализируют. А у меня нету результата. Вот, смотрите, вот вам мой результат. Вот неудачные сделки. Видите, 2 сделки по 30 тысяч. Я вам их покажу сегодня. Вот все мои сделки. Почему никто не может вот так вот промотать? Вы видели, чтобы какой-то трейдер это показывал? Смотрите, следующая ситуация. Я вернулся к валютной паре австралиец-франк. Резкий взлет. Опять же, пятая ситуация у нас повторяется. Резкий взлет. Но нету второго взлета. Нету второго скачка, я его здесь ожидаю. Видите, я не спешу. Вот, вроде бы он. Но нет. Может, мне нужно подождать здесь разворот. Я хочу здесь подождать разворот. Вот разворот. Я заключаю сделку на понижение. Но вот, происходит второй скачок, которого я ждал, не дождался. И вот здесь, на втором скачке, я заключаю сделки на понижение. Видите, пятая ситуация. 2 скачка. Скачок, торможение, скачок. И потом график идет вниз. Потом цена, вернее, идет вниз. Вот, смотрите, опять же, ситуация повторяется. Просто по похожим ситуациям. Работает это? Работает. Вы видите все на моих сделках. Это все работает. Просто, да. Смотрите на мой депозит. Смотрите, как я заключаю сделки. Да, у меня депозит 1 700 000.
а я заключаю сделки по 10, по 20 тысяч. Почему ты не заключаешь сделки по 200 тысяч рублей, если у тебя все в плюс, если ты такой крутой? Потому что я бы слил, потому что я бы тогда уже нервничал, если я бы ставил сделку по 200 тысяч, там, 5 сделок, и у меня нету миллиона, понимаете? Это не то. Вот эта уверенность и играет мне на руку, видите? Потому что здесь может произойти все, что угодно, сделки закрываются в плюс. Здесь мог бы быть пробой уровня сопротивления, и все, я потерял бы все свои деньги. Вот все мои сделки, проверяйте, часовой пояс плюс 2. Показываю вам историю всех своих сделок, проверяйте. Сейчас буду разбирать убыточные сделки. Так, вот, смотрите, торговля по сигналам, евро-доллар, вверх 5 минут, нахожу валютную пару, выставляю 5 минут, заключаю на повышение. Хороший сигнал для разворота, но не тут-то было. Вот, видите, случается такое. Не бывает, чтобы все сигналы заходили в плюс. Если кто-то вам говорит, у меня 10 плюсов 1 минус, 20 плюсов 1 минус, да он вам врет. Это все вранье, вот, сорвалась сделка. Следующий сигнал. Опять же, евро-доллар, вниз на 3 минуты. Выставляю 3 минуты, вот. На коррекции, отличный сигнал на коррекции. Вы же скажете, классно, тут тренд нисходящий, мы идем по тренду, все классно, сделка должна зайти. Но нет, сделка здесь не зайдет. Вот, смотрите, сделка не заходит, и опять же я в минусе. Уже на 60 тысяч рублей. Последний сигнал. Британец, доллар, вверх 10 минут. Здесь очень сильный уровень. Видите, да, от просадки. Я заключаю сделку от просадки. Вот, шикарный уровень поддержки. И я заключил на 10 минут на 60 тысяч. Здесь я, кстати, торгую с двух аккаунтов. На этом аккаунте я только записываю торговлю. По сигналам я торгую на другом аккаунте. Но когда записываю торговлю, я торгую на этом аккаунте. Вот, шикарный уровень сопротивления, поддержки, вернее. Здесь тренд пошел на повышение после 20 минут. Видите, на 5 минут были бы в плюсе, а на 10 минут, вот я сделал скрин, специально притормозил. Сделки закрываются в плюс, правда, очень опасная ситуация. Ну вот, я еще раз вам показываю, что здесь у меня плюс, потому что подписчики говорили, что ты врешь, что здесь у тебя минус. Нет, здесь у меня не минус. У меня на двух аккаунтах здесь плюс. И вот я вам показываю историю своих сделок. Так что на этом я с вами буду прощаться. Добро пожаловать в мою сигнальную бесплатную группу. Первая ссылка в описании, там я торгую вместе с вами, каждый день даю сигналы. И вторая ссылка в описании, это статистика моих сигналов. Также подписывайтесь на канал, в Инстаграм, в Телеграм. Все эти ссылки тоже в описании. Обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачной торговли, пока!